Ну вот, первый, второй ряд и вот третий. Грузовик едет прямо. А все остальные, которые, блядь, с 4-5 ряда лезут, блин, вправо. Поэтому вся Москва стоит. Вон, смотрите, все стоит. И вот из-за этих вот долбашек, которые пытаются самые умные залезть. И как вот их назвать? А потом говорят, что грузовики во всем виноваты. Из-за них пробки. Вот он поехал прямо. Потому что ему мешали вот эти пидоры конченые. Вот он встал и не может проехать, потому что там перед ним Тойота. Все, и он поехал. Вон еще один, видите? Раз и залез. А вот они все поехали, грузовики. Потому что кто-то, блин, самый умный считает себя. Все, и пробки нету.